Здравствуйте, Денис. Здравствуйте, Алексей. 3 года назад вы обращались к нам в компанию для разработки совместного решения по реновации гаража, на котором мы сейчас находимся. Расскажите, пожалуйста, как у вас все прошло. Да, 3 года пролетели незаметно. Вы знаете, мы забыли, что такое ловить воду, которая текла со всех сторон. 3 года ни одной капли, все сухо, все идеально. Не ожидал такого результата. Я человек, не имеющий строительного образования. И как мы с вами, под вашим чутким руководством, сумели буквально за 1 рабочий день покрыть крышу, не используя никаких специальных средств, никакого специального и технического инструмента. Просто самоклеющийся материал. Я также хочу сказать, что вот 3 года прошло, если мы посмотрим на гараж соседа, который, я так понимаю, за все 3 года так и не удосужился его перекрыть. Та мастика, самоклеющийся материал, так плотно смогли взаимодействовать непосредственно со старой кровлей, которая вот прям буквально руками можно отщипнуть. Тем не менее, никаких протечек не наблюдалось за все 3 года. Здесь мы буквально смогли купить 8 рулонов и мастику. Покрыли все это самоклеющейся мастикой, помазали. Самоклейка, как обычная аппликация, в детстве, помню, мы клеили. Также и здесь длинные полоски. 8 полосок мы приклеили, и все. На этом вся работа заканчивается. То есть главное, что материалы, они доступны в использовании обычному пользователю, обычному нестроителю. Вот, Денис, находимся как раз на одном из сложных узлов, которые мы с вами реализовывали. Я помню, мы еще думали, как состыковать. И вот я все опасался за этот шов, за стыковочный, но, как показывает практика, даже стыки прекрасно держат, прямые причем стыки, прекрасно держат воду. Срок службы данного материала более 20 лет, поэтому надежность этой крыши, она проверена годами. Денис, обратите внимание, как лежит посыпка. Она не осыпается, надежно лежит на битумном вяжущем и защищает его от воздействия ультрафиолета. Здорово. Это просто инновационные материалы, современные технологии. Это я помню раньше, еще когда мне было 18 лет, мы с отцом крыли гараж, какие-то горелки были, мы что-то растапливали, гудрон в ведре. Да, было такое. А сейчас ничего. Материалы сменяют друг друга, появляются новые решения, которые мы используем в повседневной жизни.